Сейчас, например, мы школьную сумку, обзорную школьную сумку. Ну, смотрите, в этот набор входит, конечно же, мой блеск, расческа. Больше косметику я в школу не беру, но я крашусь в школу, естественно, каждый день. И у нас нельзя в школе телефоны, но, конечно же, я его беру. Вот, учебники, тетрадки, тут много всего. И, конечно же, как у всех, я думаю, есть пенал. Тут какие-то текстовыделители, у меня их много. Обзор. Потом черная гелевая ручка, две синие ручки шариковые, еще одна черная ручка. И моя любимая. Микрокалькулятор. Списываю я на нем. На контрабанде.